Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем с отцом Михаилом на этот раз нашу обычную программу в прямом эфире радиостанции «Радонеж». Если вы пожелаете, можете позвонить к нам в студию по телефону 8495-959-59-39 и задать ваши вопросы. Добрый вечер. Вопросов у нас сегодня немного из приготовленных. Вопрос бабушки. Что можно говорить внуку 2,5 лет про Бога? Можно говорить все, только надо подбирать такие слова и выражения, которые ему будут понятны. Есть даже специальные книги для детей. Да, вот традиция утрачена, и бабушкам приходится такие вопросы задавать. Раньше как-то их не возникало, видимо, в традиционных семьях, которые были воспитаны и образовывались. Нет, ну, может быть, и возникало, но как-то сейчас это, в общем, возможно. А потом... Ведь можно и самого ребеночка, ну, на какие-то подвигнуть вопросы. Но 2,5 года, конечно, возраст такой маленький, еще такого отвлеченного мышления нету. Вот, но можно какие-то вещи, ну, прикладные. О красоте храма, например. Икона, например. Да, что там? Храм, колокол. Ему указывать. Вот это колокольный звон. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, здравствуйте, отец Дмитрий, отец Михаил. Хотела спросить, вот как должен себя вести все прихожане во время каждения храма? Ходить по часовой стрелке, поворачиваться и кланяться в направлении, где идет диакон? Или же, ну, мне как-то вот это не очень нравится, потому что к алтарю спиной поворачиваешься. Вот хотела бы узнать, как правильнее. А вот, если спросить у вас, вы когда выходите из храма, пятитесь, да? Ну, это да. Ну, пятитесь. Нет, ну, конечно, поворачиваюсь. Ну, да. Вот, конечно, поворачиваюсь. И что такого особенного? Почему нельзя повернуться к алтарю спиной? Например, священник, когда проповедь говорит, он к алтарю разни спиной? А когда читает Евангелие на вечерне Антипасхи, разни спиной? А священник, когда говорит «мир всем», разве он не спиной? Вот. Другое дело, что вот две кумушки заговорились во время там Херувимской и забыли. И про службу, и про алтарь, и про все. И вот уже стоят судачат, одна лицом к алтарю, другая спиной. Это, конечно, неблаговидно. А если в связи с необходимостью идет диакон? Дело в том, что диакон кадит иконы, которые на стенах, и кадит иконы, которые мы сами представляем из себя. Потому что каждый человек — это есть образ Божий. И диакон кадит людей как образы Божии. Оказывает им такую честь. И поэтому, что ж, его кадят, а он отворачивается. Тоже странно. Поэтому очень правильно по обычаю именно повернуться к кадящему. Потом, когда кадение идет дальше, опять возвращаешься и смотришь на алтарь. И не понимаю, какие тут. Я уж не говорю, уборщица. Только лицом к алтарю может вообще полмыть. Ну и так далее. То есть надо как-то вот... Ну, мне кажется, не сочинять лишних таких проблем. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка, раба Божия Наталья. Скажите, пожалуйста, что такое старчество? И вот чем старец отличается от просто духовника монастыря? И вот особенность оптинского старчества. Расскажите, пожалуйста. Ну, вообще старцем называется тот человек, который имеет дары от Бога пророческие. Имеется в виду не предсказывать будущее. Это удел людей таких болящих. А им возвещать людям волю Божию. Это вот такие люди духоносные, которые постом и молитвой, долгим подвигом стяжали себе вот такие дары. И люди к ним прибегают для того, чтобы такой человек духовный в их такой сумбурной жизни указал, как правильно поступить на основании Священного Писания, предания и учения святоотеческого, церковного. Вот таких людей, обычно они уже в годах, потому что в молодости еще не хватает человеку, который облечен священническим достоинством, терпения часто не хватает, или свойственно молодости пока еще там раздражительность, торопливость. Вот, поэтому обычно это такой образ старчества, он совпадает и с возрастом. Но потом очень важно еще, сколько лет этому священнику от роду. Потому что он может по возрасту быть старым, а священник всего там 4 года. За 4 года, конечно, невозможно, хотя у Бога все возможно, но, как правило, стяжать какие-то дары. Вот. Ну, а, так сказать, сейчас же мир наш церковный, он полон всякой духовной литературы, и поэтому очень много всяких книг о старцах. Ну, и человек проникается таким желанием, мечтой приобрести себе в руководителя старца, и таких ищут. Вот. Но это не совсем правильный путь. Оптинские старцы – это просто такое замечательное и уникальное явление в нашей церкви. Это, ну вот, раз оптинские, это указывает на Оптину пустынь. Там вот в XIX веке зародилось такое, ну, можно сказать, движение. Монахи, опытные в духовной жизни, стали принимать народ. Конечно, по благословению начальства монастырского. И они имели такую возможность и даже быть примером для своих послушников. И поэтому в течение нескольких поколений от одного к другому вот эти замечательные духоносные мужи, они, ну, как бы по эстафете передавали этот дар. Дар любви к человеку и сочувствия ему, и при изрядном знании Священного Писания и предания церкви они учили не от себя, а от Писания и предания, и еще своего собственного монашеского пасторского опыта. Вот. И люди имели, ну, такую огромную благодарность к ним и большое почтение, потому что те находили возможности очень такие для того, чтобы помочь им разобраться в их таких житейских вопросах. Многие из этих старцев проявляли такое явление, которое народ очень ценит, прозорливость. Что под этим подразумевалось? Когда, вроде бы, не имея информации, человек называл вот, приходящему к нему некоторые вещи, которые, ну, как никто не знал. Совершенно не думая его поразить или как-то к себе привлечь. А вот это и есть явление такого дара пророчества, что говорил о тех опасностях, которые у нее есть. И тем самым добрым советом мог выправлять путь этого пришедшего к нему вот такого паломника. Вот это было удивительное явление старцев оптинских. Вот. Было немало, и они стали известны по всей Руси. Вот. И во второй половине XIX века уже были железные дороги, поэтому они стали довольно доступны. Вот, принимали после службы в своих специально устроенных кельях, вот, и молились за всех, кто к ним приходил. Тем самым оказывали очень такое благотворное действие на тех людей, к которым приходили они, вот, народ к этим старцам, и на всю атмосферу в церкви. Вот через них люди имели доступ, ну, к таинственной, такой духоносной, молитвенной жизни церкви. Вот. Поэтому очень такое полезное явление. Спасибо еще. Алло, добрый вечер, слушаю вас. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, батюшка раба Божья Елена. Вот у меня такой вопрос. В Евангелии написано, значит, хула на Духа Святого не простится человеку. Ну и мы в разговоре с приятельницей, я ей просто сказала, что я не могу любить, не люблю Бога больше, чем своих родных, там, дочь, внуков. И она сказала, что это является хулой на Духа Святого. Так ли это? Прошу объяснить мне, я забеспокоилась, батюшка. А в чем ваше беспокойство? Ну, что это является ли это таким смертным грехом, что я не могу Бога больше положить? Понимаете, какое дело? Дело же не в этом. Вот мы к греху относимся, к сожалению, юридически. Вот я вам сейчас скажу, ага, являюсь. Все, вам подлежит за это вот такое-то наказание. Понимаете? Вот. И что? Грех... Ведь что такое грех? Ну, допустим, некий человек, вы там или кто-то другой, любит сына или дочь больше, чем Господа нашего Иисуса Христа. И что это значит? Это значит только одно, что любовь к Богу, она недостаточна. А что такое грех? А грех — это и есть недостаточная любовь к Богу. Поэтому то, что человек любит своих родичей больше, чем самого Бога, это и есть отделение человека от Бога. Вот. И поэтому, если человек хочет приблизиться к Богу, он должен, не то что должен, это так неправильное слово, потому что любовь, ее нельзя искусственно в себе вызвать. Вы любите там своих родичей больше, чем Бога. Ну, хорошо, мы принимаем это к сведению. Но не мне вас судить и назначать. Грех ли это, не грех, такой ли это смертный, такой. Должен вас порадовать. Все грехи смертные. Потому что все грехи отделяют от Бога. Особенно недостаточна к нему любовь, которая выражается. Ну вот, например, один человек мне сегодня говорил, ну вот я там вот, согрешил, покаялся, и сегодня же вечером опять согрешил. И так это постоянно повторяется. Это о чем говорит? Это говорит о том, что он грех любит больше, чем Бога. Вот, собственно, и все. И никто вас не осуждает, и вообще никого. Человек сам себе выбирает участь во Вселенной в вечности. Либо он всеми силами обращается к любимому Богу, чтобы Господь его избавил от всех страстей, которому препятствует любить Бога. Страсть, кстати, вот пристрастие к своим домочадцам, потому что, конечно, их надо любить. Так сказать, апостол говорит, кто не печется от своих домашних, тот отрекся от веры, и тот просто не может являться христианином. Это очень естественно и правильно, но любовь к Богу, она больше должна быть. Ну, в чем это выражается? Ну, например, все любят детей. Но можно детей так воспитывать, любя их, что они вырастут не только безбожниками, но и самих родителей, когда вырастут, вообще из дома выгонят. Потому что такое неправильное воспитание приводит к тому, что начинает ребеночек вообще любить только себя, а от других только всего требовать. И это говорит, что вот эта любовь, она убила все живое в ребенке. И кому от этого легче? Поэтому, если человек любит Бога, он прежде всего будет воспитывать детей для Бога. Он будет воспитывать из него христиан, чтобы Господь радовался, что детки превращаются в юношей, в христиан. И это совсем другая задача. Не просто, чтобы ребенок не захотел, я ему предоставляю. Пусть он порадуется. Ну, а наша задача же вырастить христиан и так далее. Поэтому страшно ли это грех, не страшно, но это посмотрите на страшном суде. Как Господь возьмет вас с собой к себе. Или вы останетесь со своими родственниками, пребывать в том месте, в котором и они пребывают. Алло, добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, батюшка. У меня вопрос такой. Моя сестра некрещенная. И вот хоть ей 60 лет, вот какая она была здесь, такая осталась, как говорить, вот бесноватая. Как можно за ней молиться православному? Вот это я хотела бы узнать. И можно ли вообще исправить человека? Скажите. Нет, Бог может исправить любого человека, и в том числе и бесноватого. А простой человек, он не может никого исправить. И такой задачи не стоит. Задача только наша такая. Если мы жалеем человека и любим его, то мы молимся о его спасении души. Еще один вопрос. Сын не возражает против причастия внука, а невестка не хочет его причащать пока, как она говорит. Я вожу и причащаю его без ведома родителей, но совесть не на месте. Что вы здесь посоветуете? Самое главное – это совесть. Поэтому надо действовать по совести. Зачем же ставить свою совесть не на место, когда нам совесть дана, чтобы она у нас была на месте? Сын выбрал себе такую жену. Сын несет ответственность перед Отцом Небесным, какой этот сынок вырастет, а не вы. Бабушка за это не в ответе. Поэтому никак вопреки воле родителей нельзя воспитывать детей. Может быть, о воспитании тут как бы речь-то не идет, а именно о причастии в силу какого-то непонимания или опасения, что заразится. Хорошо, пусть эта бабушка побеседует с ребенком о причастии. И она выяснит, что ее причащение внука исключительно механическое. Ну, а как может быть вера без слышания? Но он какое-то время будет причаться. А потом он это все отринет. Скажет, а почему? И мама против. И папа равнодушие предпринимает. Нужно потратить усилия. И это так бывало в жизни, что бабушка может обратить мальчонку ко Христу. А не просто вот привел в церковь, поставил. Вот теперь что еще в церкви? Свечки стоят, да? Так, давай поставим свечки. Что еще? А, причащают, да? Давай причастим. Из этого ничего не вырастет. Само. Вообще само ничего не вырастает. Само только вот трава в поле, сорняки. Совершенно верно. Без всяких усилий сорняки растут в человеке. А чтобы вырастить, особенно в нашем мире таком безбожном, вырастить христианина, это нужно огромное усилие. И нужен постоянный пример. Мышка, хорошо. Если бабушка в этом направлении трудится, старается воспитывать так внука, и все-таки его причащает. А тогда у нее совесть-то будет на месте. То есть вопрос неправильный. Совесть-то не на месте. Ведь зачем жить так, что совесть не на месте? Для того, чтобы Господь потом на страшном суде сказал, ну у тебя же совесть была не на месте. А что такое совесть? Она, как примерная воспитанница воскресной школы, скажет, совесть — это голос Божий в человеке. Так, значит, я тебе говорил, а ты чего? Потому что большинство бабушек, они себе усваивают прерогативы Господа Бога. Они хотят спасти внуков, спасти детей, забывая, что спасает детей, внуков. А некоторые говорят, вот бабушки спасли церковь не бабушки. Спас церковь Господь наш Иисус Христос. Бабушки отстояли. Нет. Они отстояли что? Они отстояли свою совесть, они отстояли свою личную веру, а церковь — это дело Христово. Спасителя, да. Да. Знаете, хотелось продолжить вот этот вопрос, потому что здесь человек иногда бывает путает, наверное, может быть, путает голос совести и просто некое смущение, вызванное, может быть, какими-то прочитанными или услышанными такими понятиями, истинами и правилами поведения. Дело в том, что большинство правил, они сочиняются на ходу нашим творческим народом. И эти правила рождаются исключительно в женской части нашей церкви. По поводу этого творчества, вернее, его плодов, святой апостол Павел сказал, обращаясь ко всем христианам через свои послания, «Нелепых и бабьих басен отвращайся». Потому что, ну, читать еще Евангелие люди читают, понуждают себе. Некоторые, у кого глазки уже не видят, слушают прекрасно прочитанное специальными людьми Евангелие, они как бы текст усваивают. Но понять, что за этим стоит, это довольно редкое явление. И поэтому, конечно, вот всякие такие народные переложения, как вот раньше были такие картинки, называли их лубок, раскрашенный на разные темы. И вот на таком простом уровне, как ну, старинные комиксы 17-18 века, люди там что-то воспринимали. Но все это комиксы рисовали люди ну, как-то подготовленные. Вот, а творчество там самих женщин, что-то у кого-то услышал, вот мне одна в церкви сказала. Ну, к сожалению, этому следует, ну, никак нельзя. Попадание в нужную точку бывает все-таки довольно редко. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, батюшки. У меня такой вопрос. Вот сейчас в СМИ очень активно обсуждается тема запрет абортов. И вчера по НТВ-каналу была такая передача, называется «Большинство». И там, ну, такая была дискуссия. Базар, скорее всего, не дискуссия. Вы знаете, поразило мнение очень таких лиц, как бы известных. Там были политики, и там такая поп-дива была оперная. Не буду называть. А вы знаете, я видел эту передачу, мне не надо рассказывать. Я ее специально включил, потому что эта тема меня занимает последние там 25-30 лет. Поэтому я все это отсмотрел. Так что вы хотите спросить? Вы знаете, вот я просто как бы состою вот в этом обществе за жизнь. Мы собираем подписи за запрет абортов. Ну, и да. Я как бы вот, ну, занимаюсь, по милости Божией. Вы знаете, вот когда встречаешь, просишь поставить подпись, да, очень многие женщины со слезами плачут и говорят об этом грехе, и что они молят Бога. Он простил. Но вчерашняя передача просто был какой-то кошмар и ужас. И батюшка, больше 80% проголосовали. Да я помню, 28% против абортов, а 70% оставшиеся за. Но это из тех, которые были в этой аудитории. Это же как бы случайно, так сказать, примерно, если проводить, ну, полную такую перепись населения, то окажется, что на данный момент количество, кто выступает за аборты, что против отмены, вот так лучше сказать, их, ну, немножко больше половины, если по всей России. То есть это приблизительно все-таки 50 на 50? Ну нет, вот, ну, скорее всего так 53 на 47. Понятно. Вот. Ну, ужасная передача, и вот эти мнения, ну, просто, вы знаете, очень расстраивают. Вы очень человек чудной. Все вот эти передачи, у них другая задача. Вот, и тех, которые выпускают ведущие, вот это, им есть аборты, нет аборта, им не это важно. Вот, сейчас поднялась такая тема. Ну, они на эту тему тут же делают передачу. Чем больше шума, тем больше крика, тем больше будет зрителей. И через вот этот интерес реклама. Чем больше шума, тем больше людей смотрят именно эту передачу, тем больше денег за рекламу. Их интересует только прибыль, а не то, что там. Там на этих таких шумовых передачах не ставят задачу повлиять на народ, потому что Максаку, ну, кто бы стал приглашать? Приглашали бы люди, которые действительно этим занимаются, знают проблему. А то они все аргументы повторяют там, как говорил великий русский писатель, времен Очаковских и покорения Крыма. То есть говорят всякую ерунду, вот, не зная сути дела. Поэтому тут и ничего другого и быть не могло. Тем более, вот, ну, даже ведущему, ну, вот я видел, ну, ему как-то совершенно все равно. Он в этом, так сказать, не участвует. Главное, провести передачу, чтобы она была вот такая вот громоподобная. И такие вот все вот эти... ток-шоу, они именно это направлены. Почему вот все каналы вдруг стали вот такие передачи устраивать? Первый был Малахов, а потом все остальные с ним поссорили, потому что самый большой рейтинг. Говорит, вот что деньги дает. Давай вот это, и мы такую сделаем, и мы такую. И все на разные лады, конечно. Там у Гордона такая, у этого самого Саши ну, в общем, не помню, тоже на втором канале своя. Да, Корчевников, да, забыл фамилию. Поэтому все, теперь вот большинство добавилось. Все, какие острые темы? Вот Украину сейчас обсудим, Сирию. Вот случай помог, про аборты заговорили, давай про это будем. Если вообще нет тем. Владимира Вольфовича позовем, он нам обязательно что-нибудь нам такого интересного расскажет со своей такой эрудицией. И будет это всем интересно, замечательно, и деньги посыпятся. А он тоже своей популярности добавит. Ему тоже для партийного строительства тоже неплохо. Всем хорошо. Но чтобы народ осознал такую простую вещь, которую там 3500 лет тому назад Господь сказал: не убий. Потом начинаем. Вот давайте сделаем такой бессмертный полк. Все пройдут, ну, фотографии не будет, но хотя бы какие-то значки. Сколько кто убил детей. И посмотрим, что это будет за полк. От Владивостока будет до Калининграда. Вот это вот надо. Это, но это же было. И это не какие-то фашисты. Это мы сами. И надо вот это понять. Как вот еще какая-то была передача. Вот Онищенко, наш бывший главный санитарный врач, он сказал: каждый врач знает, что аборт — это убийство. Но запрещать нельзя. Но тогда, если запрещать нельзя, тогда почему наркотики надо запрещать? Все же в один голос говорят: запретами ничего не решишь. Пусть торгуют. Или там торговля оружием запрещена. Или хранить дома пулемет нельзя. Ну, как запретами же ничего не решишь. Пускай у каждого на балконе будет пулемет. Ну и так далее. То есть вы как-то договоритесь, что можно, что нельзя. Почему? Убивать детей можно, а убивать тех людей, которые терроризмом занимались, нельзя. Им пожизненное максимум. Этот людей убивал невинных ни в чем. Маленькие младенцы вообще ни в чем не виноваты. Их-то за что убивать? За то, что их зачали, так сказать, совершенно не думая об ответственности. Поэтому начинать нужно с того, что, начиная со школы, вновь вот этот маховик убийства, против него, этому маховику, палку в колеса ставить. Что самое дорогое, как вот мы, помню, учили в школе, самое дорогое человеку — это жизнь. Почему же детям нельзя пожить? Он уже живет. Он пока маленький, ну и что ж. А младенец не маленький, что же его теперь? Тогда вот, когда вот эти Максаковы поймут, что убивать нехорошо, что дети — это счастье, тогда и все изменится. А так пока, если только крик, кто громче орет, тот просто прав. Но это смешно, конечно. Крик души. Дорогой батюшка, отцу 89 лет, в прошлом коммунист. Несколько лет назад крестился, но двигается к Богу не очень. Практически не движется. Пытаюсь с ним беседовать. Дескать, подумай, скоро со Христом встретишься. Надо что-то делать. А ему главное — футбол или новости. Что делать? Ничего. Футбол или новости. Каждый человек сам выбирает. Почему? Вот зачем человеку навязывать? Мы же вот немножко об этом сегодня говорили. Спасает Христос. Это помолиться за папу. Это наша святая обязанность. А ему навязывать — это, да это бесполезно. Вот у нас, помнишь, Андрюш Сашальский был. Когда я это самое к нему приходил, он, так сказать, посмеивался. А ведь потом не в 87, а в 94 он уже стал причащаться. И последние 2 года он его привозил на самоавтомобиле в храм, и он причащался со слезами на глазах. Потому что в нужный момент он прошел такую большую эволюцию. Вот и, он не был коммунистом, даже он был в молодости помещиком, но был неверующим человеком. Когда началась революция, ему было 27 лет. Абсолютно взрослый уже был человек. Вот. И он не был репрессирован. Все как-то по милости Божией обошлось. Он такой очень человек, такой деликатный, смиренный, очень воспитанный. И никому в голову не пришло на него какой-то донос написать. Как-то вот обошлось. Вот. И так Господь дал ему такую жизнь чуть не до 100 лет. И к концу привел. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, батюшка Дмитрий, добрый вечер все в студии, Александр Овчинский. Батюшка Дмитрий, объясните мне, пожалуйста, такое выражение. Говорят, что нельзя впадать в прелесть. А как же, говорят тогда, прелестное дитя? Вот как это все сопоставить вместе? Спасибо большое. Да, пожалуйста. Есть в русском языке слова с одинаковым начертанием, но разные по смыслу. Вот. Бывают эти слова, ну, например, одного происхождения. Ну, вот, например, престол и стол. Но смысл разный. Так же и здесь. Прелесть имеется в виду, что он для нас очарователен. То есть на него смотришь и умиляешься. Такое ощущение, что он испускает какие-то чары. Наше сердце начинает умиляться, мы радуемся, смотрим на него. Хотя никаких чар нет, просто каждый психически нормальный человек, он любит детей. Каждый психически ненормальный человек, он ради каких-то своих выгод, ну, например, надо диссертацию дописать, он его прикончит. Это, конечно, ненормально. Ни один зверь такого делать не будет. Вот, ну, а прелесть, о которой вы говорите, как в нее не впасть, это прелесть совершенно другого рода. Это дьявол строит человеку козни. Он его прельщает. Прельщает, как торговец гнилой рыбы. Он выдает гнилую рыбу за свежую. Если человек ее съест, случайно кусочек, вот, то тогда он отравится и может даже в больницу попасть. Ну, по крайней мере, 2 дня поболеет это точно. Даже, или там пирожок с тухлым мясом. Такое тоже бывает. Вот. Но продавец, когда он спрашивает, как это? О, свежий, свежий, все в порядке. Это что? Он прельщает, пользуясь тем, что человек голодный. Также и сатана. Он каждый грех человеку предлагает под видом чего-то хорошего, доброкачественного. А в результате человек теряет и губит свою бессмертную душу. Потому он прельщает, и это называется прелесть. Если человек прелестился, значит, впал в прелесть. В Священном Писании есть такие слова, и последние будут первыми. Все-таки, по нашему разумению, премия последним как-то не совсем справедлива, а Господь решил иначе. Почему? Потому что мы не понимаем, и это самое трудное, вообще воли Божией. Мы не понимаем Евангелия, не понимаем той задачи, которую Господь поставил перед и во время своего пришествия к нам. Мы не понимаем, чему он хочет нас научить. У нас свои представления. А вот эти свои представления, они порой, не всегда, для нас губительны. И у нас, а по гордости мы считаем, что мы умнее Бога. Мы, которые мало что знаем. Ну, например, мы не знаем, почему вода при охлаждении расширяется. Вот почему так Господь устроил. И единственное из всех веществ. Мы не знаем, почему существует закон всемирного тяготения. Почему-то я печенье раз уронил, оно упало. Почему оно притягивается к земле? Мы можем подсчитать, с какой силой. А почему? Что за сила? Мы говорим, гравитация. Ну да, назвать ее мы можем, как угодно. Можно назвать вместо гравитации, сказать, каля-маля. Ну так, дальше что? Какова природа этой силы? Нам неизвестно. И кто это определит когда-нибудь, то, конечно, все премии мира ему будут, если он откроет это вдруг. Или додумается, так тоже бывает. Ну вот. И берется судить того, кто эту силу создал, на которой вся Вселенная держится. Потому что не будь этой силы, все рассыпется в пух и прах. Не на чем будет висеть вот этим огромным массам звезд, галактик, метагалактик. Все, Вселенная, она рухнет. Ну вот. И человек какой-то там с мыльного завода на проходной работает, это проверяет пропуска. Он говорит, я не согласен. Ну вот, что тут делаешь? Ну, просто эта гордость непомерна. Человек дерзает критиковать Священное Писание, которое он даже не знает. Ладно, был бы профессор какой-нибудь, как Лютер. Он там, ну, по крайней мере, можно его, ну, уважать, по крайней мере, он, ну, прекрасно это все знал. А тот даже ни разу не прочитал, а вот, ну, о чем тут говорить? Это получается как рассуждение Максаковой об абортах. Еще один вопрос. Юнош выцерковлен, девушка нет, поженились, 6 лет браку, ситуация не изменилась. Можно ли им венчаться? Собственно говоря, это вопрос, наверное, юноши. Ну, у меня все всегда спрашивают всякие-то разные вопросы. Я на все отвечаю одним тоже вопросом. Зачем? Если люди ответят, ну так вот, так, чтобы меня удовлетворило, ну тогда что? Нет никаких вопросов. И повенчаем. Но надо все-таки знать, зачем. Потом эти вопросы, собственно говоря, задают не сами, а близкие, родственники, видимо, этих людей. Да дело в том, что большинство людей, абсолютно подавляющее большинство, даже те, кто в церкви родились и там живут, они не знают зачем. Вот мы прожили невенчанные, ладно. Ну хорошо. Венчаться вот вам зачем? Чтобы было правильно. Ну хорошо. Как положено. Хорошо. Пожалуйста, кем положено, когда положено и, опять же, зачем положено. В каждом действии человека должен быть смысл. Потому что наша вера, она должна быть осмысленная. Поэтому, если ты не знаешь, ну возьми книжечку. Или добейся, чтобы с тобой священник или диакон поговорили. Вот для чего существует венчание? Что это такое? Почему его венчание называют одним из 7 главных таинств церкви? Почему вот мы усопшего отпеваем, это не является таинством. А вот крестины – это таинство церкви. Что это значит? Почему венчание? Вот люди должны это понимать. Тогда понятно. А так вот приходят с 3 детьми в белом платье. все с ног на голову. Но люди иногда не могут ответить на вопрос себе самим, зачем они, собственно говоря, живут, зачем их создал Бог. Ну вот. Тогда непонятно, как жить-то, если вот не знаешь, непонятно, зачем. Почему люди обращаются к церкви, ну, как с такими вещами. Ну, когда человек приходит в продуктовый магазин, понятно, в чем получает, покупает хлеб, яйца, молоко, чтобы есть. А это зачем? Там. Или вот он идет в Большой театр. Зачем? Ну, может быть, посмотреть интерьер после ремонта. Уважительная причина? Уважительная. Или посмотреть какой-то спектакль. Либо балетный, либо оперный. Уважительно? Уважительно. Но он знает, что он за это получит? Он получит музыку и зрелище. Все, он за это деньги платит. Ну, а вот в церкви зачем? Тем более, вот человек там не воцерковленный. Зачем ему венчаться? Что он от этого хочет получить? Он же должен что-то получить. Или ему нужно бумажку со штампом, вот венчан. Ну, давай. Ну, кто-то просто потому что красиво. Такой мотив. Ну, хорошо, бывает. А отпевание некрасиво? Ну, не всегда. Ну, и венчание может некрасиво. Может. Ну, вот, поэтому взять красиво, отпить. Все захотят. Нет, и это самое, вместо венчания. Раз, ну, как все равно лишь бы красиво. А лучше вообще хор донских казаков. Это вообще и красиво, и пение прекрасно. И движуха. Ну, все, все прекрасно. Вот в том-то и дело. Надо обязательно вот постараться доводить все до ума. Потому что, на самом деле, любой человек, если он верующий, ну, не воцерковленный, но в интернете 2 раза пальцем нажал, найди молитвы, что это значит, почитай. Ну, поинтересуйся. Сейчас с тобой будет делать там нечто. Ну, ты хотя бы должен узнать, что с тобой будут делать. К сожалению, вот это далеко не всегда. Вот надо венчаться. Вот особенно вот люди в годах, они вот все пристают к молодым. Ну, им это не надо. Если ты хочешь, чтобы им это стало надо, ну, ты их так воспитай. Води в церковь. Когда придет пара, даже специально узнавай его, когда будет венчание вот у вас ближайшее. Вот на 14 там назначено. Пришел, все маленькому рассказал. Вот это невеста, это значит это. Вот это жених, значит это. А вот это вот шафер, который держит над ним вот эту корону, это называется венец. И так далее. Все рассказать о смысле молитв, о чем священник молится. Из текста же все понятно. Но слава богу, что многие уже стали вникать все-таки. Ну, опять, если посмотреть процент этих многих, он еще пока небольшой. Вот никакой такой инициативы. Ну, человек вот покупает автомобиль, но он инструкцию хотя бы 1 раз прочтет же. Где чего? А то он форточку в автомобиль не откроет. Какую клавишу нажать. Вот. Есть у нас еще вопрос? Да вроде бы пока нет. Есть? Есть, да? Ну, давайте слушаем. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Вот вы говорите, зачем венчаться? А у меня зять сказал дочке, для того, чтобы ты меня слушалась. Ну. А сам сидит с компьютера, не вылезает. Ну вот видите как. И вот он повенчается, а с чего он взял, что она будет слушаться? Это совершенно не так. Как она не слушалась, так и не будет слушаться. Залез он в компьютер или не залез, это уже как их такая жизнь. Но это же смешно надеяться на то, что человека повенчать, и он обязательно начнет слушаться. Ну, это же, ну, пожалуйста, пусть повенчается, увидит, что никакого особенного послушания после этого никак не увидишь. Вот поэтому очень важно нам понимать, что происходит в церкви. Зачем все, вот, ведь каждое слово в церкви, каждое движение, каждый праздник, каждая икона, каждый обычай, он же имеет смысл. Вот каждый священник практически, каждую Троицу всем рассказывает, почему мы храм убираем березами. Спроси сейчас у любого. Троица уж прошла, полгода прошло, все уже забыли. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Да. Да. Здравствуйте. 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 Отец Дмитрий. Вот я по... Здравствуйте, отец Дмитрий. Здравствуйте. Я по поводу венчания. Вот вы знаете, я была в Сергиевом Посаде, и вот была у отца Германа, и он говорил так, что венчание нужно и для счастья, конечно, супругов, и плюс счастье детей. Вот я со своим мужем повенчалась, конечно, уже прожив 30 лет. Но вы знаете, у меня получилось так, что, в общем, лучше бы я не венчалась. Муж пьет 40 лет с лишним. Вот я, конечно, человек выцерпленный, думала, я его 3 года готовила к этому, просила продумать этот вопрос серьезно. Но, к сожалению, у меня получилось не так, как надо. Ну вот скажите, пожалуйста. Не, поэтому никакое венчание, оно счастья не дает. Понимаете? Это все равно, что человек приходит, я хочу ребеночка покрестить, чтобы он был счастлив. И здоров. Да. Ну вот, например, апостол Павел, он, когда уверовал во Христа, он принял святое крещение. Закончил жизнь, что ему отрубили голову. Ну как, мы можем сказать, что это была счастливая жизнь? А сколько раз он бывал в тюрьме, причем ни за что. Он же не жулик какой-то. Камнями побивали. Да. Христос, основоположник нашей веры, он принял крещение на Иордане от Иоанна Предтечи. Жизнь закончилась. Молодым в 33 года умер на кресте. Он что, был очень счастливый? Никто никогда не видел Христа смеящимся. Поэтому я не знаю, кто там чего говорит, но это же обман. Взять, ну, допустим, сейчас мне что-то в голову вспомнилось. Отец Алексей Мечев, старец московский. Он очень рано овдовел. Очень любил свою жену. Остался один с сыном. Как он, сколько времени он горевал. А ведь он был венчанный, священник. Как? Большую часть жизни он прожил без нее. Поэтому ничего, вот будет счастье, магия какая. Совсем не так. И венчание нужно для другого. И крещение нужно для другого. Это не для счастья. Счастье, оно бывает в жизни, конечно, у каждого человека. Каждый ребеночек, когда рождается, это счастье. Это да. Но хорошо, а когда дети болеют, разве это счастье? А когда дети погибают, такое же тоже бывает. Вот. Поэтому надо обязательно каждому из нас найти, что, зачем, почему, как. Тогда у нас будет жизнь в церкви осмысленная. Тогда не будет это какой-то глупой магии. Вот. И тогда мы потихонечку, когда будем понимать, что происходит, тогда и достигнем того, чтобы нам стать настоящими христианами. И это, конечно, от этого наш Отец Небесный, Господь наш Иисус Христос, Дух Святый, вся Святая Троица возрадуется. Ну вот на этом наша передача закончилась. Всем доброго, до свидания. Всего доброго.